Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора первые э, князья древнерусского государства, вообще образование древнерусского государства. Это очень сложная и очень проблемная тема. Сложна она ввиду того, что источников, из которых мы могли бы подчеркнуть знания об этом периоде, в общем, не так уж много. Письменные источники, которые есть, ну, это знаменитая повесть временных лет, а также Некоторые западноевропейские хроники, это хроники арабов, да, соответственно, какие-то сказания, летописи, какие-то документы письменные иностранные и очень небольшой археологический материал, небольшой по своей, ну, скажем так, информационной значимости, потому что так-то артефактов довольно много, а вот самих сведений не так уж и много. И в итоге эта тема, которая вызывает огромное количество споров вплоть до настоящего времени. Нормандская теория или антинормандская теория? Кто Ломоносов или Байер? Вплоть до настоящего времени мы спорим, кто же и как образовал древнерусское государство. Мы с вами сегодня попытаемся сделать только общий анализ этих событий и, самое главное, лишь поставить у себя отметку, что древнерусское государство образовалось, как и почему. Ну, первое, давайте попытаемся отделить зерна от плевел. Конечно, начинать нужно с нормандской теории. Почему? Ну, с одной стороны, она кажется наиболее логичной, стройной и более-менее убедительной. Ну, хотя бы в силу того, что есть вполне осязаемый письменный источник, знаменитая повесть временных лет, не старолетописца, которая так или иначе, но описывает эти события, и базируясь на этом источнике, мы можем выстроить некоторую систему. С другой стороны, конечно, нормандская теория подвергается постоянным волнам критики со стороны национальных ученых, и это происходит еще с 18 века. Выдающийся русский ученый, по сути, первый русский ученый Ломоносов, он страшным был противником этой теории, считая, что это... Это вот немцы, которые засели в Академии наук, Байер, там Шумахер и так далее. Вот да, именно они Шлёцер, они навязывают русскому народу свое видение образования государственности. Якобы славяне сами не могли сорганизоваться, только вот какие-то пришлые народы, причем германские группы народы, могли нас сорганизовать. Ну, это все, конечно, скорее эмоции да, эмоций, э, патриотических чувств, э, иногда даже затмевающие э, в чем-то нам глаза и объективность взгляда. С другой стороны, вопросов, конечно, э, очень много. Э, очень много вопросов самых разных. Ну, например, слово «варяги» да, вот этот путь из варяг в греки знаменитый. А откуда взялось это слово варяги? Варяги — это скандинавы, ну, из, из, как бы мы исторически, и первое, что у нас в голове возникает, когда мы говорим слово варяг, мы тут же, да, представляем себе воина в каком-то рогатом шлеме, вот, бородатого, соответственно, с мечом двуручным, там, да, или тяжелым морским мечом, да, вот, соответственно, тот человек, который, в общем, по всей Европе творил а, довольно активные какие-то действия, ведь Норманы, как вы знаете, такая движущая сила а, европейского процесса, а, общеисторического, да, в этот период. Но с другой стороны, а что если варяги — это варанги, да, вот было же и такое название, варанги — это гвардия а, византийских базилевсов, и значит, соответственно, возможно, это слово перекочевало оттуда, а может быть и наоборот. Тут э, кто-то говорит, что да нет, э, варяги это э, жители острова Рюген, и, значит, соответственно, оттуда нужно черпать этимологию слова и вообще весь исторический сюжет. То есть вот оттуда э, пришел народ, э, который, в общем, к скандинавам имеет весьма отдаленное отношение. Это, скорее, так сказать, какой-то межплеменной союз, да, в том числе возможный со славянскими корнями и так далее. То есть мы можем задавать бесконечное количество вопросов и к нормандской теории, и к антинормандской теории. Но нужно же хоть на чем-то договориться, на чем-то остановиться, чтобы иметь возможность оттолкнуться. В конце концов, вся история науки ⁇ это история э, заблуждений в том или ином виде. И даже если мы сейчас э, в чем-то ошибаемся, и в последующем эту ошибку обнаружим, и, соответственно, да, поставим над ней точку, в любом случае... Эта ошибка послужит нам ступенькой в нашем э, научном развитии. Вплоть до того момента, пока мы не, не поймем, что это был ошибочный путь, вот мы нашли изменения. Надо на чем-то определиться. Итак, норманская теория. О чем она нам говорит? Она говорит, что некий Рюрик э, был призван бездетным э, значит, старостой Новгорода гостомыслом, призван в качестве князя в Новгород, то есть в Северную Русь, в Северо-Восточную Русь. Почему? Потому что, ну, если цитировать слова автора, всего исполнена русская земля, только порядка нет. То есть речь идет о неком междуусобии. И вот в пучине этого, этой междуусобицы появляются скандинавские войны, варяги. При этом, как говорит автор а, повести «Временных лет», он приходит, разумеется, не один, не просто присылает какого-то князя, а он приходит с дружиной и со своими, а, с подвижниками Сенеусом и Трувором. И вот тут опять начинается а, проблема. Имена, конечно, странные, а, и о них можно, вообще говоря, отдельный разговор устроить, в принципе быть, может, мы так и сделаем. Сейчас для нас важен какой момент? Вот пришел Рюрик, он оседает в Новгороде, утверждая здесь свою власть, да, вот распространяет влияние на другие города, на Сборск тот же самый, на Ладогу, там и так далее. То есть мы видим северо восточная Русь с точки зрения нормандской теории, да, она охватывается уже влиянием, соответственно, вот этого пришлого народа, но этот народ очень быстро ассимилируется, растворяется, да, вот в этом э, большом славянском мире. Потому что э, ни в коем случае мы не видим да, какого-то серьезного влияния скандинавов на русскую культуру этого периода времени. Но это уже как бы антипод нормандской теории. Что же дальше с точки зрения э, Нестора Ледописа? Дальше он правит, да, вот с 862 -го года он правит, но по смерти его сын оказывается слишком малолетним, чтобы вступить в права а, полноценного владетеля, То есть как бы наследовать а, своему отцу и князю Игорю, а, ну как бы по разным данным, так сказать, там по-разному мы считаем, ну примерно там 3-4 года. И в итоге власть захватывает одним из подвижников а, а, Рюрика, Олег, возможно, какой-то знатный воин, возможно, просто довольно такой удачливый скандинав, может быть, равный, в принципе, Рюрику, а может быть, и действительно, когда-то подчинен ему. Хотя само слово Олег тоже, в общем, содержит в себе такие, скажем, необычные повороты, потому что Олег, возможно, это Хельг. Хельг — это ведьма, колдун, или шаман, да, то есть условно говоря человек, который отвечает за э, какие-то религиозные действия, то есть возможно, что Олег потому и выделяется из общей массы других воинов, сподвижников Рюрика именно в силу того, что он был значимым персонажем, да, в окружении самого Рюрика. Далее Олег, согласно Нестор Летописца, отправляется на юг, да, он достигает Киева и там обнаруживает, а возможно и знает заранее о том, что там уже э, правят, опять-таки, скорее всего, скандинавские э, войны, да, Аскольд и Дир, и он обманом выманивает их навстречу, а, якобы предъявляет на этой встрече истинного наследника да, вот всего, всей этой земли, показывает малолетнего князя Игоря, и Аскольда и Гира убивают. В Киеве до сих пор, как вы знаете, наверняка есть а, такой Аскольдова могила, да, то есть такое культовое место, место поклонения вот этого не совсем законного, не совсем справедливого убийства а, князей киевских. А, так или иначе, а, это начало общего хода событий, согласно нормандской теории. Представители иного направления, то есть направления, считающего, что древнерусское государство возникало самостоятельно, они не признают сам факт иногда существования Рюрика, иногда считается, что древние русские государства уже существовали на этот момент, и а, тот же самый Рюрик со своими дружинами просто вмешался в Междуусобицу. и поскольку а, он физической силой, захватив этот престол, а, утвердился на нем, да, образовав некоторую династию, да, которая, ну, скажем так, вначале была такой да, не совсем а, четкой, но в конечном итоге все-таки выстроилась, и вот эта династия в последующем, а, желая оправдать, законность своего существования, да, она выдала заказ, а, и вот соответствующий летописец, да, не старый летописец, описал нужный а, ход событий так, как вот, в общем, хотел это увидеть великий князь. А, кто знает, возможно, это действительно так и есть. Для нас сейчас с вами, ребят, да, очень важно понимание следующего. Скорее всего, так или иначе, скандинавы здесь были. Да, они в любом случае принимали участие в общем ходе политических, социальных и а, военных событий этого периода времени среди славян. Скорее всего и даже наверняка славяне а, были, а, ну скажем так, либо порабощены, либо... Были подчинены на какой-то очень короткий промежуток времени этой грубой физической силе. Но поскольку культурный облик славян, культурные достижения славян были намного выше, нежели а, культурные достижения тогдашнего скандинавского народа, да, мы не можем даже сказать точно, кто это были: норвежцы, шведы, там, да, а, датчане, потому что это, по сути, такой симбиоз, это а, очень Общий народ, да, мы не можем их сейчас вытащить, да, на, что называется, на свет Божий, чтобы понять, кто же это в действительности был. Так вот, поэтому в силу этого этот народ и очень быстро растворяется в общей славянской массе, превращается в единую нацию. Наша с вами элита, да, вот те самые князья, в будущем, если мы посмотрим на то, как было обустроено древнерусское государство, да, это бояре, там, да, вот ближняя дружина и там младшая дружина, там и так далее, она очень быстро пропитывается общеславянским духом и, по сути, становится единым целым организмом с тем народом, который проживал здесь исторически. И даже если, еще раз говорю, варяги сюда пришли, их историческая значимость заключается в том, что они смогли объединить вот эти два разрозненных, но больших гиперцентра, это север Новгород — новый город, да, и Киев, то есть южный центр. Само слово «новый город» говорит нам о том, что, конечно, славяне были уже очень культурным народом, и народом, который давным-давно государственность либо имел, либо был к ней уже готов, потому что они активно строили города. Городская цивилизация — это соседская община, это значит да, социокультурный обмен на очень высоком уровне. Это э, единство, единство э, очень разных людей, да, разных ремесел, разных родов, там и так далее. То есть это постоянное бурление, постоянные процессы инноваций. Поэтому то, что у русских или скажем у славян уже тогда были там развитая сеть городов, говорит о том, что они, конечно, были готовы уже к государственному строительству. С, э, варяги, возможно, нас просто сплотили. И в этом их историческая роль. Отрицать это вряд ли стоит. А почему? Да потому что, ну так или иначе, как представители нормандской теории, так и их антипоты все равно начинают да, вести династию русских князей, исходя из того, что был первый князь Рюрик, и вся последующая династия, соответственно, Рюриковичи. С именем Олега у нас связаны очень интересные исторические события, так по преданию в 907-911 годах он совершает два успешных похода на Царьград, на Константинополь, то есть столицу византийцев. Это, конечно, знаковые события, почему? Потому что да, и ранее Константинополь подвергался нападению со стороны Славян, это зафиксировано в очень многих исторических документах, да, они описывают э, буйство э, славян-антов, как иногда их еще тоже называли. Но здесь речь идет о том, что впервые был заключен договор. Договор устный, да, договор не письменный, но тем не менее соглашение, которое обеспечило э, славянским купцам быть может мы уже даже вправе говорить и русским купцам возможность беспошлино торговать в Константинополе. Со временем, конечно, это соглашение было нарушено. В общем, как и все это нормально, это политический процесс, в общем, нормальное дело. Но сам факт того, что византийцы очень древний, очень культурный народ, да, это ведь, по сути, часть Римской империи, да, причем на данный момент, то есть на момент, о котором мы с вами говорим, это, по сути, основная часть Римской империи. Да, так вот, они вынуждены общаться с варварами, как они их называют, на равных. И не просто общаться с этими варварами, а давать им некоторые преференции. Да, конечно, мы до этого дошли физической силой. Не очень красиво. Но, тем не менее, так строилась вообще история всех народов того периода времени. Быть может, именно поэтому Олег у нас стал таким не только как бы историческим персонажем, очень интересным, но это и интересный литературный персонаж. Вы наверняка помните песню о вещем Олеге Александра Сергеевича Пушкина. А ведь Пушкин был очень хорошим историком, он достаточно хорошо изучал русскую историю, ну, конечно, в рамках того объема знаний, который был тогда доступен, но тем не менее, вот он а, попытался историю жизни Олега отобразить в поэтическом произведении очень интересно, да, вот знаменитая смерть Олега, э, да, он был укушен змеей, возможно это, конечно, легенда, да, возможно это правда, но э, все это придает нашей древней истории ареал такой мужественности, да, такой поэтичности. По-настоящему красивая история красивого народа с красивой культурой. Но что у нас в холодном остатке? В холодном остатке после смерти Олега ему наследует уже или вступает в законные права, если действительно Игорь был сыном Рюрика, князь Игорь. Но... А, Все-таки, ребят, тут нужно иметь в виду одну... Особенность, очень серьезная особенность. Мы говорим, да, Новгород а, и Киев были объединены под властью, по сути, одной династии. Да? То есть один полноправный властитель хозяйничал и там, и там. Но вы представляете, насколько разведены эти а, два города? То есть как, каково расстояние? Это при отсутствии каких-либо средств коммуникации. Понятно, что там, где князь, там и княжество. Но а, на определенном удалении... Это все э, теряло, какую бы то ни было связь, или эта связь была очень-очень-очень незначительной. Также мы можем говорить и о том, что все-таки очень многие скажем так, подданные князя и имели очень серьезные преференции по самостоятельным действиям. Об этом нам свидетельствует хотя бы знаменитая легенда о восстании древлян. в истории жизни князя Игоря были разные сюжеты. Он тоже пытался ходить на Константинополь. Правда, его походы были неудачные. Греки применяли знаменитый греческий огонь, секрет которого, как считается, до конца до сих пор еще не раскрыт, хотя есть составы близко пох похожий на то, что, скорее всего, применяли греки. Да? Но все-таки до конца секрет не раскрыт, он считается утерянным. И э, русские лаги были сожжены, то есть походы князя Игоря не были столь успешны, столь удачливы, как походы Олега. Но в историю князь Игорь входит скорее по факту своей смерти. Очень необычный, очень интересный, достойный отдельного повествования. Князь Игорь собирает со своих поданных дань. Отмечу, это именно дань, тогда она называлась по а не налоги, да, то есть не налоговая система, потому что вот таковой системы еще не существует, и мы, соответственно, можем сделать вывод об уровне общественных отношений. Да. Есть великий князь, да, вроде бы глава государства, и вместе с тем он вынужден со своих покоренных жителей собирать именно дань при помощи грубой военной силы. Так вот, интересный сюжет. Воевода Свенельд со своей дружиной собирает дань с древлян. Это происходит в 944 или 945 году. При этом он весьма усердно это делает. Его люди изоделись в богатой одежде, то есть очень хорошо обогатились на этом. По сути, мы видим, соответственно, речь идет о чем? Ну, о самом настоящем грабеже, да? грабеже собственного народа. И это вызывает возмущение а, среди дружинников князя Игоря, которые тоже занимались примерно тем же самым, но они так хорошо, так сказать, там, не собрали из древлян то, что вот, в общем, собрал Свенельд. Они возмущаются, что ж так, да, вот Свенельд, а, ты посмотри, со своими людьми пошел и забрал все, что хотел, а мы а, вот оказываемся в дураках. Получается, что с одной стороны для нас очень интересный вывод, Свенельд, который не был князем, но он имел право на действия, по сути, да, схожие с действиями князя, имел собственную дружину. Значит, мы все-таки еще не можем говорить о том, что древнерусское государство в этот период времени обладает сколько-нибудь ну, по-настоящему серьезной централизацией. Мы говорим скорее о протогосударстве, да, о таком квази-государственном образовании. Что же дальше? Игорь со своей дружиной возвращается в земли древлян и требует новой дани. Древляне возмущены, ну сколько ж можно, мы отдали раз, мы отдали два, а теперь вы с нас требуете еще? Повадится волк ходить в там, кошару да, с овцами и всех съест. Значит, нужно что сделать? Нужно убить волка, нужно усмирить волка. Древляне восстают. Дружина князя Игоря, малая дружина князя Игоря перебита, сам князь казнен. Казнен, на наш взгляд, страшной казнью. По легенде, его за ноги перевязали к двум деревьям, и эти деревья были отпущены, и, соответственно, князь был разорван напополам. Страшная совершенно картина, да, представьте себе. Однако она имеет под собой очень серьезное историческое содержание серьезное культурологическое, символическое понимание того, что же там действительно произошло. Далее следует знаменитый исторический сюжет, связанный с местью княгини Ольги, жены князя Игоря. Кстати говоря, вот Ольга тоже очень интересный момент. Сложно вообще понять, что это за человек, кто этот человек. Действительно ли его, эту женщину звали Ольга или это ну, условно, переиначенная Ольга от Хельги, то есть Ольга была как бы дана в жены Игорю, э, именно Олегом, да, возможно, это принадлежность, а ее подлинное имя, истинное имя мы так и не узнали, оно кануло в лету. А, то есть много очень интересных загадочных вопросов, которые здесь можно подчеркнуть. Но так или иначе мы знаем о судьбе этой женщины, хотя и эпизодически. Но мы знаем о знаменитой месте княгини Ольги. Она, как вы помните, да, там принимает послов, да, там, расправляется с ними, а потом и разоряет главный город древлян скоростень. Вообще, это сюжет для отдельного повествования. Для нас важно, что что княгиня Ольга это первая Женщина, которая появляется в нашей истории, истории нашего государства, как полноценная личность, как человек, управляющий какое-то время даже государством. А таких женщин в истории нашего государства будет не так уж много. Мы потом в дальнейшем вот с вами можем посмотреть историю нашего государства и увидим, что следующей за ней вот по значимости, там, да, такой маститой фигурой ну, будет, пожалуй, что, ну, наверное, царевна Софья. И все множество столетий минует, да, и только мужчины, только мужчины у власти. И вот Ольга в древней истории Руси сыграла одну из важнейших ключевых ролей, потому что знаменитая реформа Ольги, установление системы погостов, то есть, по сути, наученная горькой смертью своего мужа, она устанавливает более-менее цельную систему налогообложения. И государство тем самым скрепляется. Потому что устанавливается один из важнейших признаков да, государства: у нас единообразное исполнение закона, единообразная система функционирования власти, у нас есть некоторый аппарат, пусть еще, конечно, не чиновничий, мы же не можем назвать там, дружинников русских того периода времени, там богатырей чиновниками, но есть некоторое подобие э, чиновного сословия, и вот теперь да, у нас что-то такое более или менее государственное уже есть. Ольга передает свои а, бразды своего правления, передает князю Святославу. А это вообще а, не жизнь, а сплошная историческая легенда. Святослав — это, конечно, легенда. Князь-воитель. А, такой персонаж древней истории должен быть, наверное, у каждого а, маломальски значимого народа, потому что, а, ну, тем более, у какой-то глобальной цивилизации, которая является российской цивилизацией. Это человек, который начинает целый процесс, да, процесс бесконечного противоборства с соседями с целью присоединения новых земель. Он вообще не сидел на месте. Святослава реже можно было увидеть в Киеве, чем где бы то ни было. Он осуществляет походы на Хазарский Каганат. В итоге мы о Хазарском Каганате сейчас вообще практически ничего не знаем. Мы спорим, кто были эти люди, на каком языке они разговаривали. Практически не осталось никаких слов даже из хазарского языка. Мы знаем только их там столицу Саркел. Это, по сути, чуть ли не единственное слово, которое мы знаем по-хазарски он воевал с печенегами, он покорил Тмутаракань. Это слово не означает какое-то очень-очень далекое место. Это вполне конкретное место, это Таманский полуостров. То есть он там отвоевал земли, образует в конечном итоге там княжество. Да, и это княжество, между прочим, сыграет очень интересную роль в истории нашего государства. То есть Святослав это подлинная воинская легенда. Мы можем посмотреть на карте о том, как развивается, расширяется наше государство при первых русских князьях, ну и, конечно же, при Святославе. Итак, в 972 году Святослав попадает в засаду, скорее всего, организованную тем же самым Цемисхеем, с которым он беседует. И заключает договор после битвы при Дорастоле, после этого знаменитого, легендарного исторического события. И мы, по сути, обрываем да, вот эту цепь первых древнерусских князей. Потому что следующий человек, во-первых, и приход его к власти уже будет связан с интересными историческими событиями. И вся последующая жизнь его... И венец этой жизни станут этапными в истории нашего государства, потому что мы с вами будем на следующем занятии говорить о князе Владимире Красное Солнышко. Мы попытаемся оценить этого исторического персонажа. Ведь он стал святым Русской Православной Церкви. Настолько ли он свят и настолько ли значимы его исторические действия, исторические дела? Или, быть может, мы что-то преувеличиваем, а может быть наоборот, мы что-то преуменьшаем. Но это тема нашего следующего урока.